Находимся на улице Кирова. Сегодня 17 сентября 2023 год. День воскресный, первый час дня. Едем в западном направлении в сторону парка имени Кирова. В городе располагается три бульвара. К одному из этих бульваров мы сейчас и направляемся. А бульвар этот назван именем Воскресенского. Об истории этого бульвара можно будет почитать в описании под видео. Выехали на Песочную улицу и опускаемся вниз по улице к набережной Ижевского пруда. Это завод, на котором работал Александр Воскресенский до 1988 года в качестве генерального директора. Спустились к набережной Зодчего Дудина. Подъехали к месту назначения.
вот от этого причала и берет начало бульвар имени Воскресенского. Самое старое дерево, видимо, высаженное еще в 1967 году во время строительства этого жилого района. И, как гласит история, эта ива была высажена самим Воскресенским. Пройдемся и сделаем 3D-обзор бульвара. До 2017 года это была обычная аллея от улицы Кирова до набережной Пруда. Thank you.
Здесь бульвар пересекает улица 50 лет Пионерии. Be without your love, but I'm fine. And now we try to set that in my mind. Wherever I go in my dreams, when I lay in my bed, we can get you out of there. I just wanna make you feel special, but I know you don't want me, cause I'm not your type. Is alright, well I'm dying inside. Feel special, but I know you don't want me, cause I know your type is alright. Well, I'm laying inside. Be without your love, but I'm fine. And now we try to set that in my mind. Wherever I go in my dreams, when I lay in my bed, we can get you out of there. I just wanna make you feel special, but I know you don't want me, cause I'm not your type. Is alright, well I'm dying inside. Yeah. I just wanna make you feel special, but I know you don't want me, cause I'm not your type. Is alright, well I'm laying inside. В этом месте бульвар закончился,
и мы вышли к улице Кирова.